Вновь начнется очередной матч чемпионата. Команда уже на поле. Мы, комментаторы Юрий Розлов, Василий Соловьев, на своих местах. Надеемся, что и вы, уважаемые зрители, тоже. Свисток арбитра, игра началась. Неточный пас или защита сыграла здорово, а вернее всего и то, и другое. Я-я Туре. Вот это матч, вот это игра. Удар! Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. И хотя очень похоже было на фол, но арбитр показывает, что играть можно. Вот это мы и называем плотностью игры. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Это очень опасно. Пока еще не удар, но вот он будет. Думаю, надо бить и забивать. Манчестер Сити продолжит атаку с подачей углового. И ворота были близки. И без малейших шансов для атакующей стороны. Забирает. Даже можно назвать и стыком. На ровном месте практически мяч потеряли. В принципе, аут можно считать и стандартным. Это довольно хорошая позиция для атаки. И по всей вероятности вратарь исполнит свободный удар. И серьезная опасность для соперников Манчестер Сити. Вот момент! Упущен момент! Штанга играет за голкипера! Из-за боковой будут выбрасывать. Это потеря. Так, а дальше?